Вітаю, хлопці та дівчата. Хлопці замовили у нас тут TNS Ultra. Значить, треба була прошивка для ЗСУ. Ми це все зробили хлопцям. Дуже велико дякую людині, у ім'я якої є буква Н. От, дивіться. В общем, я гадаю, що це буде корисно хлопцям там, де воно буде використовуватись. Це от якраз прошивка для ЗСУ. От. І вони замовили антенну, тому що хлопці, ну не хлопці, а отаке гівно використовується, деякі умніки советуют. Ну, я скажу так, это широкополосная логопериодическая антенна, она широкополосная, на этом заканчиваются все преимущества. То есть у нее коэффициент усиления там почти нулевой, диаграммы нет. В общем, это кусок говна. Вот, поэтому, если мы хотим там БПЛА в районе 900 чем-то МГц и прочее, надо брать нормальные яги различных размеров. Я покажу, какие мы используем. То есть мы укомплектовали это ягой. И, ну там, в общем, покажу ягу. И результат будет намного лучше, потому что, ну, опыт уже есть. И она будет выполнять свои задачи. Так что, если вам нужны такие яги на 900, можем вам это все организовать. Вот, то есть в личку там напишите. И то же самое по TNSA. То есть, если либо у вас TNSA есть, вот, и вы не знаете, как это все сделать, чтобы работало на передке, то мы можем помочь. Либо можем замовить тут по месту. Это будет дороже, естественно. Наши ж, мы же покупаем у наших этих бараганов. Они подороже берут, чем в Китае, естественно. Но зато не надо ждать, потому что вот буквально хлопцы замовили. И через день мы купили у бараганов. Сделали прошивку, поставили. И все. И буквально завтра она, скорее всего, поедет туда, куда она поедет. Якось так. Вот, так что, если хотите, замовляйте. Все, всем всего наикращего. Всем три. До побачення. Слава Україні! Це антенна, дивіться, значить, підключать бойці. Просто, я ще раз повторюсь, используються часто вот такі от, насмотрятся суперблогеров, і вот таке от говно ставять. Оно дешевое, да, оно стоит 600 гривень, или сколько там, 400. Но оно не работает. У него очень хороший КСВ, но это ни о чем не говорит. То есть там широкая полоса, потому что это логопериодическая антенна. То есть эта антенна не работает как надо, потому что она не может работать как надо. Видите, сравните размер ее. Видите? Она широкополосная, но у нее диаграмма направленности в виде такого чуть ли не круга. То есть, когда наши пытаются, допустим, определить, где лаптеноги идет дрон, они не могут определить, потому что вот такая вот круговая диаграмма. И поэтому, кто не хочет экономить и видеть результат реальный, то есть это, вы хотите результат видеть, надо использовать вот такие вот антенны. Вы можете найти не только у меня заказать, а у кого хотите. Ну, то есть я вам советую, используйте вот такие вот антенны. Это у нас 900 диапазон, как раз то, что надо. Поэтому, если вам надо, вот такое количество, любое мы обеспечим. Если вы используете TNSA, или если вы используете там RAP, SHMAP и так далее, ну, в общем, я объясняю. Это довольно широкополосная антенна за счет петлевого вибратора. То есть где-то 860 и под 1000 туда идет диапазон. Вот. И вот эта антенна дает реальный результат. Она дает результат, которого люди хотят, так сказать, который хотят люди получить. То есть она вам четко покажет примерно, где. Ну как, она вам покажет, с какой стороны идет противник. Вот, и прочее, прочее. Как-то так. Все, в общем, сейчас отправим на туда, куда отправим антенну и TNSA. Вот, в общем, всем спасибо за просмотр, всем тренинг, до побачення, слава Україні.